Обрати на это внимание. Помните Джо Роуза, чувака, который обладает нереальным антигравитационным прыжком? Так вот, пользователи на Reddit попытались выяснить, обманывает ли нас Джо или же нет. Они нашли коробки, которые были во всех видосах Джо, посчитали их высоту, и получилось, что в самом пике Джо может запрыгнуть на высоту примерно 2 метра 10 сантиметров. Если что, олимпийский рекорд по прыжкам в высоту составляет 2 метра 39 сантиметров. Хотя, опять же, если посмотреть на тренировки Роуза, то вполне себе верится в его способности. А как считаете вы? Напишите об этом в комментариях и не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями. Ну и подписываться тоже не забывайте.